Добрый день! Сегодня я приготовлю замечательную закуску, рецепт, который я продумала сама. А назвала я эту закуску «Кабачковые пирожные». Нам потребуется 2 кабачка, филе индейки, 3 яйца, тертый сыр, шампиньоны, морковка, сметана, сливки и специи, а также немножко пищевой соды и муки. Кабачки натираем на крупной терке. Добавляем сюда яйца, перемешиваем, солим и перчим, и снова перемешиваем. Всыпаем соду и муку. И тщательно перемешиваем. Подготовленное тесто выливаем на противень и ставим выпекать. За это время обжариваем грибы и мясо, разогреваем сковороду и вливаем масло. Грибы нарезаем пластинками. Грибы обжариваем до испарения жидкости, а мясо обжариваем почти до готовности. Натираем морковку на средней терке. Мясо солим и перчим. А грибы посолим. В грибочках выпарилась жидкость, теперь добавляем сметану. Грибная начинка готова. Добавляем морковь к мясу и обжариваем, помешивая 2-3 минутки. Пришло время влить сливки. И даем покипеть 5 минут. Тем временем испекся корж, и мы вынимаем его из духовки. Даем немножко остыть, снимаем с коржа бумагу. Разрезаем корж пополам. Для соуса я взяла майонез со сметаной, и этим соусом я буду перемазывать корж. Затем выкладываю мясную начинку. Вторым слоем выкладываем грибную начинку. Накрываем вторым коржом и смазываем его соусом. Разрезаем на пирожные и посыпаем сыром. Кабачковые пирожные готовы, а какие они вкусные! Попробуйте обязательно! Приятного вам аппетита!